И всем привет, с вами Макс Риск. Так, смотрите, значит, это вроде бы уже 15 серия или 20, но хочу проверить. Мы играем в игру Age of Apes. Age of Apes. Да, сейчас узнаю, какая уже серия по итогам. И сейчас будем прокачиваться. Такой вот. Так, это вроде бы тут. Да, 20. Прям ровно 20. Так, 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 всем привет. Мы уже качаем 10 уровня. Через 10 часов альянсу мы помогаем, смотрите. Ну да, еще можно забрать подарочки. Так, вот что у нас тут еще есть, бесплатная штучка. Возможно, будет новый персонаж или легендарный персонаж. Супер опер. Еще 2 раза для получения эпического или легендарного героя. Еще 14 раз для получения медали эпического героя. Вау, там медаль, там героя. Ясненько, через 2 дня у нас будет новый герой. Прям точно-точно рассказывают. Так, давайте, открываем. Потом в следующее открытие откроется новый персонаж. Так что, заранее лайк, подписка на YouTube канал, если ты еще не подписан. И смотри. Ух ты, ё-моё. Как там тебя зовут? Скотт. Скотт, ты прокачан, окей. Когда Скотт рос, он был очень популярным приматом. Тем, кто всегда привлекал внимание всех окружающих, в основе так происходило из-за его спортивной фигуры. Ну да, блин, ладненько, ладненько. Как-то это мой предел, да? Ну, значит, Скотт, мы тебя прокачали, как-то нужны герои, отряд зайти. Ракета. Не, потом. Герой, покажите его. Так, вон он, Скотт. Обычный персонаж, ну хоть какой-то. Но он крутой, Скотт, крутой. Так, значит, что тут тебе можно прокачать навыки? Так, урон, а что у нас не доступны? А, у тебя доступны? О, у тебя доступны, смотрите, вау. От какого уровня? Первого тоже. Так, повышение звезды до уровня. Ага, 4, а пятерка есть там? Навыки таланта. Мы там прокачиваем тоже. Значит, вам нужны эти значки, чтобы вас прокачать, да? А где их там улучшать навыки? Так, а, вот как улучшать. Вот нужно где-то их добыть. Подсказочка идет. Очень хорошая подсказочка для новичков. Кто не скачивает игру, то скачивайте. Подожди. Age of Apes. Мы его скачиваем. Level 5 из 10. Улучшить навыки, так, 20 дней из 50. Хорошо. Ну что ж, давай тогда начнем. Так сказать, скоро у него будет 90 тысяч армии, смотрите. Ого, классно. Или мало вообще? Или есть еще мощный? Если есть, то сейчас их погоню. Сейчас, подождите. Так, тачки. Жалко, что у меня тут еще один помощник нету. Но пока что все нормально, пока что все мирно. Если я использую, то это 200, это очень много, по-моему. Это ж сколько там раз нужно? Это нам ускорит в битве, а не сразу в безопасной зоне. Хочу посмотреть на еще карту мира. А, где все игроки, в общем-то? Зеленая орда, он вообще нападает? Или они только прокачиваются, как мы сейчас? Что они там задумали? Так, вот, скорое строительство. Вау. Сила исследования. Вау. Расход. Субботарея. 9 минут, давай 9 минут. Все-таки неплохо. О, помочь. Помогите, пожалуйста, я тоже помогу. Хорошая штучка такая вот. Так, давайте нажмем на исследование. Тинг-тинг-тинг. Строительство я люблю это прокачивать, потому что строительство очень поможет. Так, знаете что? Тут есть еще мощные запасы. Скорость сбора пищи. Не-а. Так, вот. Скорость сбора железа. Не-а. Вот эта скорость строительства мне нравится. А что еще есть? Эффекта помощи. То есть как? Отличная помощь. Давайте. Вот сколько прям ведется. Было до сюда, стал до сюда. Давайте эффекту помощи прокачаем, все будет классно. Так, ух ты, 1 миллион, это тоже 1 миллион. Красавчик, да, видите сколько. Это за помощь, то что мы ходим. Так, нужно ходить, Дима. За эти минуты мы могли бы собрать хоть что-нибудь. Давайте соберем. Хоть некоторые будут собирать, а некоторые будут воевать. Так, самый слабый собирать. Так, гранил оставьте. Первого уровня вас посылаем. Так, строительство. Стрелки остаются, потому что они должны нам. Рамилы тоже пойдут. Все, пошли. Так, этот, иди сюда. Мы должны тебя убить, да? Точнее, бам. Сделать с тобой. Так, у нас тут, говорится, есть ежедневные подарочки. Заберем.
20-ка, отлично, вот это я люблю. 1900, скоро будет 2000. Напиши в комментариях, у тебя сколько таких вот дисков. Говорят, что это такая валюта в этой игре. Так, вход, очки сезона. А где их получить? Вроде бы я входил. Получите еще 300 очков для перемещения на третье. За бесплатно, отлично. Восстановление очков действий. Вместимость гостепортали. Как-то не в курсе. Госпиталь. 2000. Вон он у нас. Так, давайте покажу. И покажу карту мира. О, кстати, да, у нас 4 уже. Этап 4. Наконец-то он уже открылся. Мы обратно вернулись. Новый ранг. Вот это не дошли. Так, пропустите пункт. Пропускной пункт. Откройте возможность. И какой пропускной пункт? Где мы его найти? На севере занято в сумме 0 штук обезьянных проходов уровня 2. Окончание отчетом. Что-то где-то их нужно искать. Так, откройте возможности. Смена орды. О, смена орды. Орды. Классно. Так, давайте переключик. Так, ваша орда оккупируется один раз. Обезьянный приход уровня 2. Окончание отчета. Да не в курсе, в чем дело. Давай смотрим карту мира сначала. Там безопасно, так, лечилка. За одну секунду тоже классно. Так, там уже вторые левелы. Кстати, я двух прокачиваю вторые или первые? Во, вторые, давай. Вроде бы у нас тут еще есть гонщики вторые, как я помню. Да, вторые, все нормально. Так, давайте выйдем. Там что есть бесплатно. Ну, блин, все так манят. Ну, чтобы мы хоть прокачались, да? Да. Так, прызик, прыз заберем. Так, сколько нужно собрать? Пищи, окей, перейти. А, исследование давайте. Ну, еще и пищу нужно собрать. Это вроде бы такой баг, по-моему. Или просто говорить, нужно исследовать. Вот пища, вот я выбираю поиск. А, вон она, кстати. Мы, блин, его собираем, но как-то она не выполняется. Напиши в комментариях, в чем дело. Если вы разработчик, то, пожалуйста, ответьте мне. Так, вот. А если нет, то придется на английском записать ролик. На этом канале попробуем записать. Куда ты идешь? Куда? Разворачивайся, ё-моё. Он идет сюда, друзья. 1025к. Нормально. Все, мир. Это вроде бы не обычная обезьяна. Тут есть, конечно, мощная. Давай проверим теперь. А то стоим, скучно. Так, вот так, давайте, что мне лагало. О, мы расширяемся. Ну, туда расширяемся, куда попало, да? Так, они все мирные, на центре никого же. Так, вот посмотрим врагов, они мирные или не мирные? Так, что такое? Руины города? Что это значит? А вон, кстати, руины города. Так, это зеленая орда. Или черная орда. Ё-моё, сколько тут игроков. Я тут вообще беспомощный, как я понял. 1 миллион. 1 миллион. 1 миллион. Да, я вообще беспомощный, сколько тут игроков. Да, зачем я тут нужен? О, подарок заберу. Давайте. Да реально, зачем? Там точка даже поставлена. Окей, ставьте. Так, иди враги хоть. Тут даже точки ставят. А у меня есть своя точка, безопасная зона. Как-то не хочу высовываться. Напиши в комментариях, мне что, атаковать? Не, ну в том случае, если я там хоть прокачаюсь больше, чем они. Игроки, ну не прокачаны, Вон, зеленая база, вон она. Так, значит. Может быть, разведку здесь провести? Помочь, так скажем. Чем где-то развиваться. Так вот, ну тут, друзья, очень мощно. 13-й, 19-й. Блин, подождите, какая у них сила? Я думаю, какая-то реклама и типа того. Так, какая у тебя сила? Нет, не сможем защитить. Но у них, кстати, очень слабая сила. Поход. Не хотим поход, ничего не хотим. Так что вот так вот. Так вот. Посмотрим, что на базе. Мне уже страшно идти. А, давайте хоть туда пойдем. Пивасики, давайте развивайте. Так-то так. Разглядим. А, нет, у вас молочко. Так-так, давай.
Так, ускорились. Ну что тут? Может быть, построй что-нибудь? Давай построим. Так, то как-то скучно. Ты кого-нибудь значит? Давай туда построим. Ну блин, куда построил? Обезьяны им нравятся. Они к чему-то ждут. Чего они ждут? Ждут, они что-то хотят, да? Так что там прокачано? Говорят, прокачай. Бесплатно. Спасибо большое. Там говорят, через 13 штук откроется все такое хорошее. Вроде бы, да? Еще 12 для получения медали эпического героя. А у нас еще один раз для получения эпического или легендарного героя. Эпический легендарный, вот это эпический. Да я не в курсе. Так, у нас есть карточки, но это потом, наверное, нужно делать или сейчас. Напиши в комментариях, это нужно делать или нет. Пока я не знаю, пока есть безопасная зона, когда будут вообще расстреливать сюда вот именно, на нашей базе. Тут хоть враги будут атаковать зеленая банда, тогда я что-нибудь придумал. Там чинит. Так, вроде бы все нормально. Так, ричпак мне. Скопчик. Бесплатная. Обнова бесплатная. Так, через обнова шанс 1-5. Так, скупщики. Скупщики пришли. Интересная акция. Что это значит 50? Так, медали сэр Френис. Наберите достаточные фрагменты, чтобы загрузить лояльность героя. А, этот. Подожди, мне он есть. Он даст нам сколько там штук? Одну штучку? А что такое дорогая? Штаб походов. Классно. А что такое штаб походов? Они что, будут просто смотреть куда-то? И что это будет значить? Кто знает? Ну-ка, за вопрос я не понял. Сила. Вместимость походов. Что это значит? В этом домике на деревне так... Так, здорово. Устроятся военные советы и союзники. Мы даже расставляем для всех удобные кресла. Отсюда вы можете планировать атаки. Атаки. Пока что нам не нужна эта штучка. Так, атаки. Собирать больше караваний и сотрудничать с альянсом, чтобы быстрее прогрессировать. Чем больше, тем веселее и сильнее. Ясненько. Ну что ж, дорогие друзья, мы вроде прокачались, в общем, цель понятна. Качаться, пока мы не прокачаемся до 20-го и не сможем хоть этого соперника вырубить. Там наш альянс, там по 19, сколько там их было? 10 штук. Как я их смогу одолеть, если буду противником? Вот как? Вот этих могу одолеть, двоих попытаться, только сколько там у вас сила? Так, давайте посчитаем. 90. Так, хватит нам. Ну все, я их победил. Вот так вот, легкотня. Так, это чувак такой. Так, вот эти уже мощные, лучше с ними связываться. Ну, в общем, ясно, что я еще не прокачан, самый слабый. Ладно, будем прокачиваться теперь. Так, на ракетку нажимаем. Так. О, точно, уничтожить 10 штук белых мутантов. Так, награды. Они получше, вот эту железку получше. Да, по-моему, самое лучшее тут. Давайте перейдем и... Найдем. Так, вот там собирайте, и мы пойдем уничтожим. Так, давайте. А, ладно, сам уничтожим, все-таки это скучное дело. А, кстати, да. Можно аж битву посмотреть. Давайте посмотрим как-нибудь. Как там? Это не та игра, ё-моё. Вот. Конечно, уже поздно, но как-то вот так вот. Также не получает эту коронку. Давно как-то ее даже не видел. В общем, как-то так вот. Всем спасибо за просмотр, с вами Макс Риск. Так, вот, можно даже ролик на английском записать, почему бы нет, на этом канале попытаться. Потом посмотрим, зайдет ли вам или нет. Всем пока.